Щойно 21 березня на широкий екран вийшла ваша стрічка документальна «Перша сотня». Прем'єра її була ще минулого року, в березні. І ось цей рік, я так розумію, було фестивальне життя, про яке ми хочемо вас розпитати. Потім поговоримо про створення, про команду. Так. У нас была премьера в прошлом году, мы оставили этот год для фестивальной жизни, но дело в том, что мы очень долго делали вдумчиво эту работу, и тема Майдана, тема войны в Европе, фестивале группы А, она сошла с передних полос, и, значит, она приелась, она надоела там. Мы получили самый главный приз, ради которого мы делали этот фильм. Ну, приз глядацких симпатий на Доку Дейс. То есть, собственно, фильм изначально мы делали для того, чтобы, конечно, в надежде на то, чтобы показать о том, как борется Украина, но в итоге, когда мы его собирали в единое целое, мы поняли, что этот фильм очень нужен нашей стране и следующим поколениям. То есть у нас есть зафиксированные на крупном плане историческое событие, на крупных планах людей, их мотивацию, их стремление, то есть ради чего они туда вышли, то есть как доказательство. То есть, ну, можно, могу много говорить об этом, то есть, ну, даже как юридический документ, это тоже полезная информация. Вот. Что? Значит, фестивали. Значит, поэтому фестивальная жизнь у нас прошла не очень успешно. Вот. Ну, самое важное, что мы хотим сейчас донести до зрителя, до украинцев, которые не были на Майдане, чтобы они увидели, как это происходило, да, как это происходило и почему люди это делали. Тобто це самий-самий початок всіх подій. Перша сотня, перша барикада, да. Так? Я розумію. Тобто да. Ви від першого дня, як ви відчули, що треба йти і знімати це все для історії? Ми спочатку, ну, 11 декабря я приїхав з командировки, 11 декабря 2013 року я приїхав з командировки з Германії, і тут, значить, услышав призив виходити всім на Майдан, йде зачистка. И я, собственно, вышел на институтскую, встретил сотни друзей, наверное, с которыми мы общались, ждали штурма. Это была очень длинная ночь, но за это время мы смогли сформировать для себя какое-то решение, что мы делаем в этом событии, какое наше место. То есть наше место — это умело снимать, фиксировать то, что мы видим перед собой. Вы это кто сам? У вас же несколько... Да, над фильмом «Перша сотня» работал я и Юрий Грузинов, вот, но в целом у нас было объединение «Вавилон-13». И мы просто, мы с Юрой Грузиновым, как бы внутри объединения «Вавилон-13», выполняли свою такую глобальную задачу, такое глобальное исследование этого гражданского общества. Ну и как руководитель объединения «Вавилон-13» Владимир Тихий сказал, говорит, что «Первая сотня» — это как бы сублимация всего этого поиска «Вавилон-13» за время Майдана и войны. Вот. То есть, ну, собственно, вот так. Зараз я чула вже неодноразово від ваших колег, що є збільшення інтересу глядачів саме до документального кіно. Це так? Ви теж це спостерігаєте? Ну, то люди хочуть побачити, ну, не лише, напевно, на тему війни, а просто документалістика зараз більше. Не більше, але цікавить людей. Ну, тому що наш мир такий зараз активний, так все інтересно відбувається в нашій житті, що постановочный кинематограф просто не дотягивает до такой драматургии. И вот в данном случае эта событийность, она является... Ну и доступность, собственно. Документальное кино ты включил, то есть в телефоне, когда это только посещение кинотеатра, то есть это требовалось какого-то там усилия воли, что ли, да, то есть для того, чтобы пойти на документальный фильм, не зная, о чем он. То есть просто, ну, принципы выбора для себя
досуга тоже поменялись. Другой фактор, собственно, то, что действительно документальное кино, ну, то есть я сам оператор постановочного кино, но я понимаю, что сейчас в документалистике, вот в этих, в буре этих событий, это гораздо интереснее. Так, или это будет крупнобюджетная голливудская постановка, или это просто взял, вышел, и у тебя вся драматургия, все эмоции наружу. То есть, ну, у нас фильм, на самом деле, вот он, благодаря тому, что все-таки мы мастера постановочного кинематографа, мы очень снимали и подходили к объектам там, и к портретам очень живописно. И у нас получилось почти что постановочное кино, потому что мы рассматриваем историю личных отношений людей. И очень внутри этого процесса у нас нету интервью в нашем документальном кино, ни одного. То есть у нас только жизнь. Только жизнь во всех ее проявлениях. И мы не выстраивали сценарий, но мы шли по драматургии жизни. А потом мы попытались сложить конструктором, как такой пазл, эту драматургию жизни в ту форму, которая понятна зрителю. Опять же, используя инструментарий кинематографа. Монтаж, время, музыка. То есть мы просто сложили этот пазл. Ті герої, які у вас там є, ви якось з ними, там же є, я так розумію, герої, правильно? Да, да. Минуло відтоді 5 років. Ви якось з кимось з них підтримуєте якісь відносини? Ви знаєте, як склалися долі когось? Вони бачили фільм готовий, цікаво? Да, да, смотрели, герої є, і ми з ними контактуємо постійно. Є герои, которые там сейчас вернулись в бизнес, то есть, ну, мы так контактируем. Кто-то продолжает заниматься там военными профессиями. Вот, то есть мы общаемся, контактируем, но, собственно, это они уже как часть этой истории. То есть, ну, личные наши, они тоже к себе относятся на экране не как к себе лично, а как экранным образом. То есть у нас фильм, он как бы там сублимация, как сказал Тихий, да, сублимация событий там Майдана, как это все происходило, но это собирательный образ. То есть первая сотня, в названии первая сотня, это не конкретная первая сотня Майдана, Львівська брама, а это там первая сотня тысяч, может быть. Первая сотня тысяч человек, которые взяли ответственность за государство на свои плечи. Вот, собственно, о чем фильм. И рассмотреть, кто же эти люди. И вот у нас все заканчивается очень позитивно. Это очень хорошо, что позитивно завершится. Що в ваших найближчих планах, крім проєкту «Жовтий автобус», який ви розвиваєте, якому я бажаю успіху цьому проєкту, вже над чимось працюєте, можливо, над якимось новим кіно? Ну, сейчас... Чи ви постійно? Да, постоянно. Сейчас огромная очередь. Ну, сейчас идет подача на конкурс Украинского культурного фонда. И подается очень много картин, фильмов и проектов, и культурных. Ну, так как все вместе это все делают, то собирают там, все, каждый подает проект с лучшим из специалистов, поэтому лучшие специалисты участвуют сразу в нескольких проектах. А там уже как повезет. То есть у меня там 8 проектов, в которых я заявлен как оператор. То есть мы готовим серию научно-популярных фильмов о методах манипуляции. То есть мы готовим сценарий, мы готовимся к летнему лагерю все равно «Желтого автобуса». То есть есть предложения хорошие по постановочным работам, но я надеюсь, нас хватит и на творчество, и все-таки продолжать развивать «Желтый автобус», потому что, ну, очень хочется, я поездил по миру, и я понимаю, как, ну, насколько мы все-таки еще далеко до мировой индустрии. Будем наздоганять. Да, я бажаю вам всьому успіху. Мені цікаво, от ви працювали і з кліпами, і з постановочним кіно, і з документальним. Де найкомфортніше? Або, можливо, що легше, що складніше? От якось таку хочу вашу оцінку почути цього процесу різноманітного. Це дуже складний питання, на самом деле, тому що у нього все одно є кілька точек входа. Будемо відштовхуватись особисто від вас. Ну, да, я понимаю. То есть
Я как специалист, как оператор, то есть обладаю, опять же, набором инструментария. И с этим набором инструментария в клипах я могу использовать весь набор инструментариев где-то там процентов на 15-20. Потому что это набор каких-то там... Это же мы делаем клип для того, чтобы как журнал, чтобы можно было листать. А кому вы клипы робили, расскажите? Я не знаю. Легче сказать, кому не робив. Но «Танок на Майдані Конго», там дальше и понеслась. «Виагра», сейчас из последних, «Христина Соловій», гурт «Казка». Ну, то ви останнім часом іноді цим займаєтесь, так? Да. У меня, да, клипами я занимаюсь с 97-го года, и вообще мне в целом вместе с рекламными работами там уже за 1000 работ уже перевалило. То есть я очень востребованный оператор в этой стране, и у нас таких было еще там 5 лет назад, у нас было таких там двое-трое. Вот. Сейчас уже появились хорошие, классные операторы, есть уже рынок наполнен, поэтому у меня освободилось время для того, чтобы заниматься еще благотворительностью. А так вот, что легче? Ну вот я просто говорю, что клипы, я полностью не использую свои возможности. Больше всего оператор раскрывается, когда снимает фильм. То есть, когда я передаю не просто там красивое лицо, а внутреннее состояние героя способом операторского искусства, то эта, ну, работа интереснее. То есть, она увлекает полностью, я полностью этому себя там посвящаю, как на другую планету улетаю. То есть, там, ну, из известных фильмов V3D. V3D — это первая часть, сейчас второй, по-моему, выходит, не знаю. Вот, это с российской компанией. Фильм «Браты. Останнє сповідь». Украинский фильм, то есть фильм Индии, Orange Love в 2005 году был такой фильм с Бадоевым, тоже так пошумел по фестивалю. Вот. Ну, больше десятка фильмов уже есть. Вот. Естественно, то есть самое интересное, это, конечно, документалистика. Потому что, ну, для документалистики, конечно, нужно иметь крепкое терпение. И время свободное надо иметь, надо для себя посвятить этому полностью, и тогда уже там внутри этого вынимать эту информацию. То есть, ну, документалистика, это именно из-за того, что требует большого времени, то, соответственно, там очень сложно поддерживать финансовое состояние, занимаясь документалистикой, нужен какой-то еще запас. Вот. Конечно, классный фильм, постановочный, это всегда яркое событие в жизни, то есть делать фильм от начала до конца, то есть и он потом на экранах. То есть, ну, просто все очень сильно зависит от сценария. Для меня лично, как для оператора, то есть для оператора, который владеет инструментарием, вот, проникновения во внутренний мир героя. То есть для меня важны все мотивации, а это выстраивается только в сценарии. У нас очень слабая сценарная школа в нашей стране. Она сейчас тоже формируется из новых специалистов, которые уже прошли своим маршрутом и набрались опыта. Но, собственно, у нас исторически так сложилось, что у нас была слабая школа сценарного мастерства. Уже вплоть до того, что я думаю, что это сделано было специально, чтобы культура находилась на низком уровне. То есть, и это тоже причина, почему мы занимаемся желтым автобусом. Мы выращиваем, да, научить новые кадры. Энергия новая, чтобы просто владели инструментарием, дальше они все придумают. То ми почекаємо і дочекаємося, я думаю. Дякую за розмову. Дякую, вибачте, що я так. Ні, все чудово. З вами дуже цікаво. І я дивилася ваші попередні інтерв'ю, і ви психолог, у вас є освіта психолога? Просто ви дуже часто торкаєтесь таких психологічних аспектів, там, Юнга і колективного несвідомого. Я думаю, можливо, в нього є ще й освіта психолога, такий він багатогранний. Просто прийшлось к этому починати. Я по першій професії кораблестроитель. Ну, а кем вы можете быть, если вы из места моряков, так? Да. И для меня просто, ну, я должен понимать все от основ, то есть как теоретический чертеж корабля, где проходит шпангоут, где мидель-шпангоут, и как он будет вот он, как, насколько он будет крепкий. На конференции по медиаграмотности, ну, я же хожу, я пытаюсь быть эффективным со своей стороны. Я владею способами управления вниманием. Давайте найдем то место, где я смогу передать эти знания детям,
То есть, ну, комплексно, через систему образования. Ну, просто ну, сформировать этот необходимый инструментарий, который нужен для гражданской обороны вообще государства. То есть это как гражданская оборона. То есть мы готовились, да, при нападении, там, при ядерной атаке. Что делать? Это необходимый элемент. То же самое происходит. Информационная война. Давайте возьмем, создадим инструкцию, как этим пользоваться. Первое, необходимое. Эту инструкцию я частично понимаю, потому что я учился этому. Я учился этому подспудно через режиссуру, драматургию и так далее. Когда я оказался в Крыму, я увидел этот массовый психоз, мне невольно пришлось вернуться, ну, вернувшись, взять учебники и полистать, что произошло. То есть я почитал историю там, этого Гумилева. Гумилева история, ну, он такой достаточно жестко, правдиво и серьезно там, оценивает вот, события исторические, вследствие которых формировалась Российская империя. То есть, да, он имперец там, то есть в этом присутствует, но он очень адекватно и понятно объясняет, почему это с нами происходит. Потому что по-другому империя так сформировалась. Она не будет действовать по-другому, иначе она не жизнеспособна. То есть Путин не Путин, будет кто-то другой, ничего не поменяется. Потому что империя существует по определенным законам. И дальше что происходило с массовым сознанием моих земляков? Как это происходило? Как накопилась эта потенциальная энергия, которую потом взорвали? Ну, это же просто, то есть, да, я патриот города, там всегда был, то есть для меня там подвиг там, всех там моряков, краснофлотцев, там, он всегда был реальный, там, вот, ну, я потихонечку начал расшифровывать о том, что там этот подвиг не такой уже подвиг этих краснофлотцев. Там, вот. Ну, то есть, ну, это не разрушало моей веры в мой город. То есть, ну окей, но это пропаганда существует, но есть город, есть конкретные люди, которые там работают, и которые там и сражались, и я понимаю, что это их подвиг. Но когда происходит психоз на уровне страха, когда человеку, у человека отказывает элементарная логика проверить информацию, и когда это происходит на уровне просто страха, нельзя проверять информацию, потому что меня кто-то зомбирует. Так наоборот, это же и есть. То есть тебя кто-то зомбирует, возьми, проверь информацию, сформируй собственное. Никуда не денешься, надо доставать и разбираться, что произошло с этими людьми. И какой обратная дорога какая. Вывод такой. Говорить можно с детьми. Они готовы критически воспринимать информацию. А взрослый человек не готов. Я перестал быть вот фанатом до дрожи там, своего там, родного. То есть Крым весь для меня как внутренний двор всегда был. Значит, когда я приехал, первое мое впечатление, когда я на яхте прошелся по островам Хорватии и увидел, что при той же природе, то есть как люди относятся к своей земле, то есть насколько вот там аккуратные городки. И это страна, которая там 10 лет до этого закончилась война. И я просто вот, ну, офигел там, вот, то есть количество этих яхт-клубов, в которых стоят эти яхты, то есть, ну, то есть вообще вся инфраструктура, вот. А потом, то есть, ну, мне стало понятно, что Крым до такого будет, ну, будет не при моей жизни, таким вот может стать, то есть при смене поколения только, вот. А сейчас, ну, собственно, я просто увидел вот эту истерию вот прямо изнутри, близко, крупным планом. То есть я понимаю, что ну, это обратно не заходит. Человек это травма психологическая. То есть человек получил, ну, то есть мы наблюдали сцены, которые реально говорят о том, что это нездоровая психика. То есть один пример, это заходит десантный корабль российский в бухту Севастополя. У него на мачте флаги. Флаги, обозначающие, куда он идет, что он делает, куда он становится. И один из них желто-синий. Только вертикальные полоски. И с девушкой происходит истерика. Она тычет пальцем и истерично кричит: «Украинцы вон из Севастополя». Ей ее парень ее успокаивает. Говорит: «Посмотри, вон там российский флаг, это наш». А она не может успокоиться. Ее заклинило, и она вот именно, вот у нее истерика. И я нахожусь на нижней палубе парома, а Юра Грузинов находится на верхней палубе парома. Он спускается и рассказывает мне точно такую же историю. То есть мы видели в разных точках один и тот же психоз,
который связан просто с сочетанием сине-желтого цвета. Без, ну, то есть просто образ врага, который, ну, мы потом психологию изучали, то есть очень сильно, и ПТСР в том числе, и сейчас этим занимаемся. То есть что это воздействие напрямую, там, сквозь барьеры там, когнитивного диссонанса. То есть это вот, ну, это психотропное оружие. То есть это воздействие на этом уровне. И поэтому, то есть, как любой психолог скажет, что возвращение, ну, то есть, это только индивидуальная работа при том, что можно вывести человека из его среды, из этой социальной. И при том, что людина хоче вийти, да, з цього, напевно, вони ж не хотять. Да, ні, не хотят. Так даже тот, кто хочет, все равно получает рецидивы. Но рецидивы в течение жизни, у него травма эта психологическая, она сохраняется навсегда. Это вшито в память. 20 век весь, то есть, как действует Россия, то есть мы кучу примеров знаем. Ну, везде одинаковый способ. Там. Северная Корея, там, ну, Афганистан, ну, Приднестровье, Грузия и так далее. То есть Абхазия, Южная Осетия, вся одна технология. Управляемый хаос. И этот сценарий, он абсолютно рабочий. И он работает на уровне психологического воздействия и на гражданское население, и на военнослужащих. То есть это мы имеем дело вот с информационным оружием. Як протидіяти цьому, цій інформаційній зброї, про яку ви говорите? Как протидіяти? Ну, як ви бачите, як їй можна протидіяти? Ми всі говоримо, що на нас впливають, що є інформаційна зброя. При цьому ми, наше життя в цьому триває. Да? Ми розуміємо, але ми всі споживаємо те, що нам нав'язується. Як фільтрувати? Воспитывать критическое мышление. То есть у нас, у кинематографистов, есть инструментарий, которым мы пользуемся. Этот инструментарий — это управление вниманием. Мы управляем вниманием нашего зрителя. И каждый в своей профессии пользуется своим инструментарием, но мы вместе, как там, и грим, и костюм, и режиссура, операторство, как оркестр, играем на одну цель — завладеть вниманием зрителя и вызвать в нем определенные чувства, за которые он и платит деньги. Хочет прийти смеяться, он идет на комедию, хочет поплакать, он идет на трагедию. Соответственно, этот инструментарий ничем не отличается от пропагандистских инструментов. Поэтому мы работаем с детьми в прифронтовой зоне, мы рассказываем им о принципах работы в кинематографе, в журналистике, о принципах управления вниманием и том, как этим пользуются другие профессионалы. И предлагаем это попробовать самим. Це ваш проект «Жовтий автобус». Да. От ми да. до нього дійшли. Давайте про витоки. Як з'явилась ідея появи такого проекту? Ну і потім, як він зараз розвивається, хто бере в ньому участь, як ви будете з ним іти далі? І в яких містах уже зараз працює «Жовтий автобус»? Ну, у нас ми були в... Значит, последняя экспедиция была в Мариуполе, значит, до этого были Авдеевка, Маринка, Красногоровка, Новоайдар, Попасная, и что-то еще я забыл. Мы его сгадаем, значит, да. В процессе. Как это выглядит? Вы приезжаете с экспедицией, это как-то по школам сповещение йде, что приходите, это конкурс какой-то, как дети до вас потрапляют, какой это вік детей, взагалі что-то про них расскажите. Ну, режим наш такой. Мы приезжаем, то есть перед этим мы рассылаем, естественно, по школам объявления, что мы приезжаем с мастер-классами и практической работой по кинематографу и журналистике. То есть сейчас у нас два вида деятельности, два вида образования. И дети заполняют анкету, очень простая анкета о том, то есть, что ты знаешь про профессию, что ты хочешь от профессии. Вот, то есть очень простая анкета, но, собственно, мы всегда набираем, ну, не больше там, 30-40 детей для того, чтобы с ними, ну, именно, ну, успеть познакомиться и поработать как с командой. То есть мы не работаем как просто с большой аудиторией, мы пробовали разные формы, вот, и с большой аудиторией в том числе, там, делая мастер-класс развернутый, то есть рассказывая о профессии. Но, собственно, пришли к тому, что мы даже по анкетам мы собираем самую культурную часть каждого городка. То есть в каждом городе культурный там, слой, то есть
слой культурных людей, он очень тонкий. Он очень тонкий, их там несколько десятков человек в любом ПГТ, но которые занимаются культурой. Они фанаты своего дела, и они заинтересованы и мотивированы в таких мастер-классах. Значит, режим наш — это 3 дня мастер-классов по режиссура, драматургия, сценарное мастерство, актерское мастерство, грим, костюм, звукорежиссура, то есть монтаж. И журналистика. Отдельным блоком у нас идет журналистика. Елена Чередниченко ведет этот курс. И дети пишут статьи. Лучшие статьи публикуются в газете «День». А в режиме подготовки 3 дня мастер-классов, 3 дня съемки, монтаж и премьера. То есть мы делаем полностью готовый цикл для того, чтобы дети увидели результат своего труда. И мы показываем принципы, как эффективно коммуницировать, чтобы создать действительно там продукт, который будет смотреть сотни, тысячи людей, которым этот продукт будет интересен. Таким образом, мы показываем со своей стороны, в первую очередь, выполняем социальную задачу. То есть мы детям рассказываем о том, как делается пропаганда в том числе. И вони потім як лідери думок, правильно, да. Там в класі в своєму чи на своїй вулиці, вони теж можуть це нести далі. А ви досліджуєте потім, як ці діти далі живуть? Ви з ними далі комунікуєте, якось спілкуєтеся? У нас є друзі, це організація «Медіана», це Ніколаївка, під Славянськом, це... Можно сказать, целый продакшн маленький, где дети снимают свое кино, они участвуют в фестивалях, у них уже есть какой-то там грант, и они получали на оборудование. Мы с ними работали почти с первых дней их образования, там, вот, и они были с нами, мы были у них с мастер-классами со съемкой фильмов. Они писали дистанционно сценарий, мы приезжали с техникой, снимали фильм про их город, про историю их города. И у нас еще есть в Попасной местное руководство, районная администрация открыла киноклуб «Жовтый автобус». И там, значит, тоже есть куратор. То есть и мы сейчас вот эту программу дистанционного образования, мы сейчас ее запустили в соцсетях. То есть сейчас у нас второй конкурс на Фейсбуке вышел, который называется «Давай ты познакомимся», где мы учим искусству портрета, чтобы портрет многое рассказал о человеке, и это уже как бы является таким официальным заданием, которое потом будет накапливаться для рекомендаций, для поступления там, в вузы страны. То есть мы отрабатываем этот механизм на таком прямом контакте. Плануєте розширювати географію? Можливо, в Центральній Україні теж треба дітям розказати, що таке пропаганда, як її відрізнити і як на нас впливають інформаційні засоби? Обов'язково. Тобто ми в нашій ідеї вже закладували принцип комунікації між регіонами. Тобто, коли ми налагоджуємо контакт, привозя дітей на екскурсію з Донбасу в Львів, они как туристы приезжают и уезжают. Конечно, есть, я не хочу значит, умолить деятельность организации, которая этим занимается. Это в любом случае это надо, нужны любые активности. Но, собственно, когда дети начнут коммуницировать по интересам, на которых они сосредоточены, если это интересы касаются профессии, профориентации, режиссеры с операторами, сценаристы с режиссерами, то есть совместные группы в летних лагерях. То есть то, что может запустить их коммуникацию и сохранить ее вне зависимости от нашего влияния и вливания в это средств. Что мы, еще работая в городке, в прифронтовой зоне, естественно, что на третий день она знают все. Маленький городок — это просто информация распространяется мгновенно. И это меняет вообще социальную ситуацию. Дело в том, что мы выходим за границы конфликта. Мы приходим совершенно с другой миссией. То есть мы не являемся стороной
конфликта в принципе, то есть потому что мы занимаемся детьми, их вообще здоровым воспитанием, то есть и даем им возможность, перспективу, надежду на то, что, то есть не все вокруг война, что у них есть к чему стремиться и над чем работать. А якось ці діти, ну ви можете оцінити, вони відрізняються від дітей з інших регіонів? Можливо, вони більш серйозні, чи більш сумніші, більш доросліші, ніж такого ж віку їх сверстники? Якось ви це відчуваєте? Чи це діти як діти? Звісно, вони взрослеють. Звісно, дитина, яка знає, що таке війна, яка пережив саме цей страх, потери жизни, потому что дети в подавляющем большинстве не могут оценить смерть как таковую, осознать вот ее близость там, вот. А эти дети знают, что это такое. Они, ночь в подвале меняет сознание очень серьезно, но при этом у них удивительным образом это разделяется. Они вот есть война, есть их мечта, личная жизнь. И они просто из там ночь в подвале, а утром они приходят на мастер-класс. Их синяки под глазами от недосыпания, зевают, но слушают, интересуются, им это интересно. И они готовы, то есть мы им предлагаем написать свои сценарии по интересующим им темам. Они пишут там про любовь, про там квесты каких-нибудь там, каких-то героев, антигероев, там, перевоплощения, то есть это не касается войны. И у нас даже там сюжет фильма, который написали дети в Авдеевке, он касается войны, то есть фильм происходит в современной Авдеевке, где идет война. Но сюжет вообще не об этом. То есть у них есть позитивный, очень жизнеутверждающий финал. У них есть философское осмысление о том, как остановить войну. Они абсолютно, то есть в современном информационном состоянии о том, о чем сейчас, ну, гудит там весь мир. Да. То есть об этом, то есть они поднимают тему, которую обсуждают физики атомных частиц на своих конференциях. Да. И они тоже говорят об этом. У них очень большая способность выжить в этих условиях и сохранить свою психологическую устойчивость. Вот что мы замечаем. Что это, если взрослый человек, который попался там на пропагандистский крючок, и у которого сформировалась какая-то парадигма, которая основана на животном страхе, которого запугали, это человек травмированный, и он всю последующую жизнь он будет собирать по капле информацию, которая его устраивает. Как вкладывается в парадигму. Да, да. А дети, они свободны, они могут сформировать собственное там мировоззрение в этом возрасте. И этот момент, когда там 15-16 лет, когда наступает время выбирать свой путь, очень часто дети, ну, они уходят от родителей, от их точки зрения. А дети, уже подростки, они не подвержены влиянию школы, если школа там навязывала какую-то жесткую модель поведения. Они просто выбирают свой путь и идут по нему. И вот в этот момент очень важно, чтобы рядом был взрослый товарищ, который просто, ну, подскажет, которому можно поверить, и что, ну, и он подскажет там правильные там первые несколько шагов. Ну вот, собственно, мы этим и занимаемся.